И к другим темам. Вырулить из порочного круга и устранить неразбериху на дорогах. Единый стандарт проезда перекрестков с круговым движением намерено ввести Министерство внутренних дел России. При такой организации проезда кольцо всегда будет главным. Отмечу, на некоторых круговых перекрестках до сих пор действует правило помехи справа. Оно дает преимущество автомобилям, которые въезжают на кольцо. Некоторые водители из-за привычек могут нарушить правила приоритета, поэтому сейчас разрабатывается единое для всех правило. Согласно ему, круговое движение имеет преимущество. Такой стандарт общеевропейский, и также он распространен на дорогах и нашего региона. Главная задача для водителей – смотреть на знаки приоритета и соблюдать правила. Некоторые водители до сих пор не знают, что по кольцу это отдельная проезжая часть, где несколько полос, и человек по этой проезжей части может ездить неограниченное количество кругов. Двигаться можно по любой полосе, хоть по средней, хоть по крайней левой. И, соответственно, когда собираешься выезжать, то выезжать с кольца можно только к крайне правой полосой, в крайнюю правую полосу. Как показывают опросы в интернете, многие автолюбители не знают правила проезда перекрестка с круговым движением. Наша съемочная группа решила узнать у барнаульских водителей, как правильно вести себя на дорожном кольце. Справа, если у тебя помеха, ты пропустишь человека. А по своей полосе ты как идешь, полосу, допустим, среднюю занял, по средней проезжаешь. Знаки стоят, по кольцу главная дорога. А с каких рядов заезжать и выезжать? Смотря куда едешь. Заезжаешь, получается, с правой стороны, с крайнего правого ряда. И выезжать также получается. Не с крайнего левого ряда выезжаешь, а с крайнего правого ряда. То есть заезд на кольцо только с крайнего правого ряда, да? Ну да. Право убедился, помехи нет, поворот включил, левый, да, на заезд. Но если ты по кольцу войдешь, заехал, то есть продолжен движение, если уходишь вправо, то есть правый поворот. Если продолжаешь движение, то есть левый идешь дальше. Знаки, которые дают приоритет на проезд. А с каких рядов заезжать и выезжать? Смотря куда ты поворачиваешь. Ну, допустим, мне надо проехать прямо. Ну, лучше с среднего. Надо включить поворот налево. Если ты будешь перестраиваться, если ты будешь в первый съезд заезжать, то стать в крайнюю правую полосу. Если ты будешь выезжать во второй съезд, то в среднюю полосу. Если ты будешь в третий съезд, то в левую полосу. Въезжая на кольцо, надо включить левый поворотник, а потом выезжая правый.